сейчас мы в магазине 99 центов. Вернулись на родину наши огурчики. Баночка 99 центов. Посмотри, Сереж, появились еще какие-то. Вот давай возьмем одну маленьких вот таких. Ну, давай. Значит, вот давайте я вам покажу те, которые больше. Но мы все время берем. А эти, да, первый раз. Эти испытанные, значит, баночка 720 миллилитров. Они очень похожи на болгарские огурчики. И вот появились какие-то совсем маленькие. Они тоже 99 центов будут. Баночка 473 миллилитра. Берем еще и такие. Ну, попробуем. Посмотрим. Да, на пробу. И баночки. Как обычно, оливочки. Две, три. Три, наверное. Три, давай три. Так, давайте посмотрим. 170 грамм. Такие вот оливки. Такой состав. И годность у них 5-1. 1 мая 22 года. Ну, это на тему того, что просроченные. Да. Все, да, да. Кстати, нам сказали, что 99 центов это магазин просроченных продуктов. То вот давайте посмотрим. Зайков, давай я покажу, а ты скажешь, потому что темно я не увижу. До 20-го года. А вот видно. Ноябрь, 30 ноября 2020 года. Давай еще те огурчики глянем. Просто в принципе спрашивали про сроки годности и заодно вот про то, что мы покупаем. Здесь, наверное, скорее всего будет. Подожди, я эту банку первый раз вижу, не представляю, где смотреть. Может быть, вот здесь? На крышке нет? На дне? Нет. На донышке нет? Нет, ничего нет. Огурцы без срока годности. Сейчас пойдем. А вот. Вот здесь. По март 2019. Март 2019. Надо быстрее есть. У нас, да, остался месяц. Давай быстрее. Так, ну и давайте я вам покажу, что можно купить из спиртного и из пива. Вот то, что я вам говорил, что пиво, если вы хотите купить баночку, не хотите покупать упаковку, то можно купить вот в магазине 99 центов. Значит, это вот, а, опять же, 6 баночек 2,99. Вот такое вот пиво. Так, потом есть. Проходи, зайка. Есть вот такое вот пиво. Оно достаточно крепенькое, оно темненькое. Я его пробовал, когда мы сюда приехали. Я вообще небольшой пиец. Вот у нас тут написано 500 миллилитров. Что у него алкоголь 5%. Ну, такое хорошенькое, сытенькое, я бы сказал. Так, стоит оно $1. Вот такое плевчанское. Сейчас глянем, что у него написано, если увидим. Отсвечивает, даже не знаю, куда посмотреть, что показать. Ну вот упаковочка из 6 баночек. 3,99. Вот такое сами говорит. И еще можно купить вот такие прикольные коктейльчики. Белое вино, прямо как фужерчики, бокальчики. Стоит 99 центов такой бокал. А, кстати, сколько в нем объем, давайте глянем. 187 миллилитров, такой хорошенький бокальчик. Да. Ну и вот всякие шампанские вина, газированные вина. Вот это мы очень любим, Маската. Оно сладенькое, приятное, охлажденное, но очень хорошо, так сказать, проваливается. Ну все, пойдем дальше. Посмотрим, что там Маришка еще нацепляла. Куда она убежала, я даже не знаю. А, вон уже по холодильнику лазит. Сейчас посмотрю, что она берет. Вот 2,99, 6 баночек. Нам уже показывал такой Goldmine. Ну что ты насобирала? Я взяла. Так, мы взяли мешок картошки. Сельдерей. Я взяла такой холодный кофе тебе на работу с собой. Холодный кофе мне на работу? Зачем? Я тебе взяла. Ничего себе. Так, ну картошка у нас там сколько? 8 паундов или 10? 10 паундов. 10 паундов.
И она 2,99. Доллар 99. Доллар 99. Так, и сельдерей, как обычно, пучок за доллар. У нас есть платье, нам нужны колготы. Нужно не сообщать об этом всем. Воздержимся. Колготы в Америке очень редко и мало кто носит. Ну вот сейчас, только... когда холодная зима... Сейчас я скажу, кто. Это мы потом скажем. Или сейчас. Хорошо, не могу. Кот отстанет. Давай скажем. Сам скажу, я не могу о себе. Сегодня с вами на канале я, Сергей. И Марина, нет, старая стриптизер. Старая стриптизерша. Ой, все, кот отвалил. В общем, в комментариях что нам только не писали. Сначала, потому что я Марину называю котиком, сказали, что я называю ее какой-то зверюшкой. Я сказал, зверюшка моя, как хочу, так и называю. Вот. А ну, потом не смущи, недавно пришел... Мне колготки выбрать. Недавно пришел комментарий. Как там было написано, что такая красивая... Нет, нет, что... Ну, в общем... Потому что в Америке никто не красит. А, да, в Америке никто не красит. I'm sorry, guys. I just wanna grab some socks real quick. В Америке никто не красится, и только Марина накрасана, как стриптизерша. Причем, нет, почему нет, старая? Там было написано, что... Сейчас я дословно скажу, что в Америке красится только стриптизерша. Громче, вот мне интересно, как, ну, как человек понял это? А почему старая? А потому что макияж очень сильно старит женщин, поэтому мы все это собрали, получилось... Короче, я живу со старой стриптизершей. Нет, со зверушкой, которая старая стриптизерша. Вот такое маленькое лирическое отступление. Ну, иногда, в общем, комментарии очень веселые бывают. Ну, прямо вот начинаешь смеяться до слез. Вот. Ну и вот про колготки. Решили колготки купить. Чтобы стриптизерша была нормальная в колготках. Значит, что про колготки? Вот этой зимой я увидел двух женщин в колготках. Одна была... Нет, она была не стриптизерша. Она была в костюме, в таком, знаете, юбка, пиджачок. Ну, то есть, она, наверное, где-то в офисе работает, может быть, я не знаю. Вот. А другая, я даже уже не помню, ну, тоже в колготках было. Вот. А так за все время мы в колготках видели, наверное, ну, вот, раз пять от силы. Ну, что ты там выбираешь? Давай покажем, что мне себя представляют. Маринка выбирает, давайте я вам покажу, что можно детское купить. За сколько? Да всего классно. Зайка, а, тут цветные какие-то. Ну сам нам. А это что, маска для лица получается? Смотри. Смотрите, вот такие замечательные маски для лица. Сделано в Америке, написано. Ставить на 15-20 минут. Что у нас получается? Здесь две маски, если я правильно понимаю. Да. Вот. Такая апельсиновая, медовая. Прикольно. Стоит доллар. Вот цена. Покажи, какие ты колготки себе выбрал. А сколько Дэн, что почем, какой хоккей с мячом? Ну, не знаю, как здесь по дынам определяться. Ну, будем испытывать, да? Да. Я первый раз покупаю здесь колготки. Я... И вообще в общем, получается, ты 5 лет не наносила колготки. И сейчас решила... Расскажем, что за качество у них. Ну что, идем на кассу? Или еще что-нибудь нет, надо? Да, на кассу. Все, идем на кассу, потом скажем, сколько это стоило. Колготы по доллар 99 получились, да? Очки от солнца 99 центов. На любой вкус и цвет. И, кстати, можно также купить, можно купить за доллар очки. Ой, Сережа, пошли в один центр, смотри. Ну иди, я тебя догоню. Вот, смотрите, за доллар, если у вас проблемы со зрением, можно быстренько подобрать, если вы знаете, какой у вас, ну, типа,
плюс 2, плюс 3, там, плюс 1. Можно подобрать себе очки. Вот. И точно так же за доллар можно купить очки от солнца. Так, а Маришка куда-то побежала. В Валентинке, что ли? Да, уже начинается распродажа. Вот, видите? 50% скидка. Ты хочешь открыточки взять? Да, ну... 2 за 99 центов. Посмотри. Подожди, это что, шоколадки или что? Да. Подожди, так давай шоколадок купим. Давай. Блин. Они... Осторожно, Зай. Да, да, это самое, с конфетками внутри, они к следующему году уже, конечно, будут не это сам. Не подходит. Шоколадка 128 грамм будет стоить 50 центов. Много брать не будем? Штук 100? Давай две таких. А тут еще какие-то розовые есть. Ну, давай крошки тогда подъем. Вот такие прикольные шоколадки. Интересно. А, фиолетовый мы взяли? Угу. Я даже не знаю, а какие ты видишь. Сейчас мы посмотрим и вам расскажем. Или не будем смотреть. Я пошли посмотрим. Пройдем. Не, я такое сердечко. Не, я такое не хочу. У нас все красненькое. Если покупать, то что-то в красненьком цвете. Ну идем посмотрим. А потом что закончилось. Смотри, какой красивый. Ну, Паски мы еще успеем. Пошли, зайка, у нас времени. Вот такой зайчик мне, смотри. Блин, поехали домой. У нас действительно... Я покажу милых зайчик. Помири. Ну, помири, ты как раз будешь старая стриптизерша. С ушками. Ну, на, покажи, зайка. Не хочу. Такие я не хочу. Найти. Какой у меня милый зайчик. Зверушка-то моя. Нет, мне вот эти тогда нравятся. Давай, какие? Покажи с этими. Это девчачья, а тут эти мальчиковые. А те мальчиковые, да? Да, я на себя пытаюсь посмотреть в телефон. Во что? А ты отражаешь меня? Я отражаюсь у тебя блок. Ну давай так посмотрим. А, ты что? Я отражалась в телефоне. Отражайся. Хорошо собой. И опять же, вот можно собирать, покупать вот такие вот. Блин, не можно, а нужно уже, судя по всему. Все, ребята, мы на кассу. Вот такая вот обороточка на шоколаде. Блин, отсвечивает, не знаю, как вам показать. Ну, вот мы вышли. Вышли мы из магазина 99 центов. Значит, наверное, мы немножко оговорились. Все-таки мешочек вот этот вот 8 ЛБ картошка. Цена $1.99. Так, и мы не стали брать кофе, потому что это был обыкновенный кофе. Стали брать кофе, потому что это был обыкновенный черный кофе из Старбакса. Там без всяких добавок, без ничего. Поэтому, ну, просто решили не брать. Маришка думала, что он такой, как я люблю. Типа там ванильное латте и прочие дела. Но он без добавок. Вот, и как бы... Нахолодить кофе я сам себе могу в холодильнике сделать. И еще, значит, получается, в эту сумму вошли двое колготок. $1.99 за пару. Зайка, тут же одна пара или две? Одна. Да, ну, в общем, одна колготка, $1.99. Так, а, и еще Маришка купила вот такую жидкость для снятия лака. Вот ее объем. Вот так она.
тоже она стоит доллар. Все. Друзья, вы были на канале «Наша жизнь в Америке. New Life is my life». Мы закончили на сегодня свои покупки. Сколько чек зайка, ты сказала? 17? 17.44. Все, я напишу на превьюшке, вы увидите. Ну и позже увидимся. Подписывайтесь. До встречи. Bye-bye.